Чем отличается сон на кровати от сна на полу? Например, японцы выбрали сон на полу, и что полезнее? Ну, понимаете, когда мы говорим про многие восточные народы, нужно понимать, что у них многое не от мудрости, а от того, что они за что-то зацепились. Да, вообще японцы, они скопировали свои знания, фактически все это от айнов. То есть это культура, которая была близкая к ним. То есть, айны жили сначала на территории, потом убежали на острова. Вот у них была культура. И самурайское искусство, и многое другое. То есть они это скопировали оттуда. То есть они далеко не все приняли более или менее даже правильно. Да? Люди спали на полу не от того, что это правильно, а это от бедности. Вот не было у них возможности поставить кровать. Да? Спать на полу не очень хорошо, в смысле того, что, например, на полу собирается пыль. Да? Если вы спите, например, то есть, либо вы должны очень хорошо постоянно мыть. Да? То есть движение некоторых, скажем так, потоков, которые находятся у пола, они не совсем нужны для человека. То есть определенная высота, которая желательна. Да. То есть лучше, конечно, спать не у пола. Можно, конечно, постоянно мыть пол. Можно делать так, что на уровне пола это не будет циркулировать. Но вообще человек должен спать на некоторой высоте. То есть и японцы спали на полу от бедности. Да. Потом это стало культурой. Есть такое понимание, что, например, спать на жестком – это полезно. Да. Но это вопрос, опять же, сильно индивидуальный, да, то есть если ваш позвоночник может это выдержать, да, то да, если нет, то найдите ортопедический матрас и лучше спите на ортопедическом матрасе. То есть для человека с хорошими, скажем так, физическими возможностями, да, возможно спать и даже на жестком. Но если у вас есть проблемы с позвоночником, вы будете спать, вы можете их и усилить. Понимаете? Это вопрос к специалисту, и он вам скажет, что вам можно, а что нельзя, в частности, который занимается позвоночником и этими вещами. Японцы до сих пор спят на полу, но заметьте, что, например, цари, то есть ну, там у них старшие, там, они спят не на полу, у них достаточно высокие кровати. То есть это, в принципе, признак бедности. То есть нам спать на полу не нужно. Если вы живете на природе, да, то есть, например, и вы спите на каком-то живом объекте, то есть это просто большая, большая тема. В идеале, то есть, если вы живете в идеальном жилище, где пол является частью природы. Ну, я так фантазирую там, не знаю, тело дерева, там, ствол дерева, например, да, на котором можно спать, на котором что-то постелено немножко, да, или это трава там, или это что-то еще, да, то на нем можно спать, то есть вы подложили там себе поясницу куда-то еще и можете спать. То есть это место, с которого непосредственно идет энергия, да, а ваша кровать все равно это что-то искусственное. Ну, в этом плане можно спать и на земле. Соответственно, там дело в том, что жилище это правильно построенное жилище, это баланс энергии и баланс объектов, которые есть. Да? И при правильном, вот в идеально сделанном жилище вы можете спать и на полу. И то в определенных местах на самом деле. Да? То есть мы на самом деле неправильно сейчас строим дома. Даже система сажений, которая она есть, она все равно полностью идеально построенный дом, она все равно не описывает. Хотя уже сама по себе очень интересная вещь. То есть при правильно сделанном доме вы теоретически можете спать на полу. Но учитывая то, что пол – это что-то живое. Даже доски сделаны из дерева, и даже дерево, которое было не убито, оно само засохло. Вот даже вот эти доски – это не совсем естественное для человека место, скажем, для сна. Потому что доски – это все равно это мертвое вещество. И хотя оно излучает какую-то природную энергию, там какое-то что-то создает, она как-то структурирует пространство, но все равно немножко неестественное для человека. Поэтому вот японская традиция это, в общем-то, это смесь знаний и ситуация бедности. Поэтому спать на полу, в общем-то, такой какого-то принципиального задачи нет. Вы можете спать на полу, если вам это позволяет, да, и то все-таки заботьтесь о позвоночнике, если он может спать на полу, создать для него условия, при которых он будет спать на полу. Бывают кровати маленькие, там какие-то. Я тоже сплю на кровати, которая невысокая. Но вообще лучше кровать, которая повыше, соответственно, да. Большая часть людей, к сожалению, живет в городе. Да, и у нас по полу все равно циркулирует приличное количество пыли. Если мы спим на полу, то мы вот в этом потоке, в этом. Плюс еще есть такой момент, что на полу скапливается некоторое количество, скажем, энергетической грязи. То есть ее можно смывать, чистить, но она все равно скапливается. Да, и по факту лежите к ней немножко поближе. Это вообще такой большой очень вопрос. Вот. Но вот в этом такой какой-то специальной цели спать на полу или глубокого смысла нет, да, то есть не подражайте восточникам, в них очень много всего намешано в кучу, то есть это вот у них не чистая традиция, они что-то переняли,
украсили, да, что-то взяли, а вот что-то немножко не в тему. Это может выглядеть красиво, это может быть, там, не знаю, выглядеть благородно, но это совсем не значит, что это правильно.